хотя, блядь, по центре. Не знаю. 5 секунд, подожди, сейчас я царю наберу. Мастер, давай фласки раздадим. Хуеди, да, блин. Пока. Понятно. Возьмите. Все, я пошел. Суперпистол. Поставь на меня, я СПД фласку взял. В СПД у звезды, блять, ой, ну зар. На хасту давай. Нет, не, без припотов. Без припотов, сосите. На ДД фласки у меня. Ладно, две. Я одну раздаю. Тут минимум 2 часа будем сидеть. Ну, в общем, пока без царя. Кто на СПД дает? Тебе Алиса никто не дает. Блин. Ой, назад, я давал уже. Гнилой ты человек. Ой, назад, я горит. Ну, почему не дает ей никто? Раз 8 лет-то дает, чё? Смотрите, а тут какой-то сундук. Алиса, у тебя ДДш. Блядь, у меня ДДш не на Алиса, законный звезде. Вопрос Маликет задает. Кто диспелит? Идите сюда, ключу. Диспелит твой назад. Тут сундук какой-то, посмотрите, за троном прям стоит. Вы видели это? Он открывается. У вас опять войд наебывает. Да, смотри. А ты знаешь, что над личом параллельная вселенная? А, это правда. Я там видел, Shadowlands. Как личу шлем. Shadowlands. Да. Вайда, блядь, в очке. Чё, параллельная вселенная. Мы пойдем или нет? Параллельные вселенные, нахуй. Фласки на ДД больше никому не нужны? Вообще не параллельная вселенная, а загробный мир. Ладно. Какой нахуй загробный мир, блядь? Shadowlands. Это не загробный мир. Ну, когда челы... Ну, мир теней. Челы, когда умирают, там оказывается. Ну, элементарный урон, блядь, как настой дикой магии. А, магии тебе еще. Да, мне фласки не нужны, я пью. Переборчивые, блядь. Да, сука, да я возьму их. Дай, блин. Давайте начнем, это фласки тикает. Пропивать не надо было. Все, не надо никого больше фласок дать, так нахуй это их брал, блядь. Миша про, да. Потому что все, надеюсь, выпили ВК-шные флажки сильные. Флажки? Да. Флажки. Надеюсь. Чулан релогается. Только бомжей не выпили. Я флажки раздавал, все, забили хуй. Сними с меня, звезда. Микстурка течет. Да давай на ДД, будет лучше агро. Плюс дамаг. А тут, блядь, ты каши как хуй сольёшь. Нормально. Здесь турбо есть, не забывай. Что? Тут дороги есть, если что. Дороги с лакерами. Всё, чувак, тут. Извинись. Купи фласку на инту и... Звезду сними. Я сейчас один скилл не прокачаю, ебать, и будете нахуй тут лечать таунить пока, да? Чулан не в Дискорде, да? Ну, у него лагает, скорее всего, с Дискордом. Чё че на, сука? Ша! Кому на нашу, блядь, да? Я сейчас всё изменю, понял? Вот так будет, понял, козёл? Всё. РДД-зону озвучивает. Бля, ничего говорить не буду, козлы, блядь. Понятно? Я тоже под пивом, брат, блядь. Я запустил бот. Заучивать им, блядь. Чувак, я тебе не отдам гол. Пошел ты. Можно я буду озвучивать, куда вы пойдете, когда будете улетать на ловушке? Нахуй! Я могу показать, я люблю прыгать. Кто мне скачет, ему скаль. Так, что у нас по диспейлам там? Что у нас там по диспейлам там? А что у нас здесь? Назад стоишь в милизоне, да? По диспелам здесь. Что нахуй с милизоны, блядь, Питер? Было волса, блядь. Ласковые фразы.
Дистали, дай назад. Чулан, ты за МК проплатил все. И ничего не докажешь. Ладно. Атака, одна секунда. Гера. Мильки. Мили. Да, классно вынесла. Да, все подвинулись. А сейчас. Милики, Хуми вынесла. Одна чума есть. Только одну вынесла? ДД, все подвинулись чуть-чуть. Машис. ДД. Чумак Азум, вниз. Подвинь лича. Еще. Нормально, нормально, нет. 10%. РДД. Стоим все на месте. Остальные все стоят на месте. Никто никуда не ходит. Чуть-чуть двигайся, сомалийский. А сейчас будет. Мелики. Маликет. Хуми вынесла чуму. И пока так. Лича на нас поведешь. Милики, бегом оттуда. Как же треугольником пойдем? А сейчас и лужа. Милики, бегом. И чему вынесете? Бойс. Переходка сейчас будет. Диспел турбойса. Милики уже. Накинули доты. Отошли от сомалийского. Трэш, быстрее. Сомалийского. Не продиспелите просто так. Все, все. Нет. Ауе. Рейндж набрали. Отошли нахрен. Кто там танчит, блядь? Рейндж набрали. Перед мордой духа не стоять. Каз сбивайте. Да. Две сферы. Сука, я забыл. Как угодно сбивайте каз. Быстрее в гневно. Миша, твой второй дух. Мой третий. Так, гимн на ману, кто там? Шарпистул, давай. Прям сейчас поешь, ничего не ждешь. Да. Следующий гневный. Первые две. Готовится переход. Только 3 секунды, меня подхитите. Две сферы. РДД. Перед мордой духа не стоять. Там. Далин, ресы мастера. Прям сейчас. Ничего не жди. Ресы его. Встаю. Встали в квадрат. Мастера забафали. Стамину хотя бы дайте. Две вальки. Поехали. Разряжаемся. Станы дали паладины. Лок какой-то. Центр вальки. Сразу. РДД хилы вышли. Хилы РДД. Сквернение 4 секунды. Смотрим. Аккуратнее. Вышли из круга. Отлично. Добиваем валик. Сражение. Хумви. Захилься. Император. Свиби. Ну. Али супер. Свиби захильте. Где он там? Али супер. Босса бер. Снужит. Залил ману.
Вальки. Не, не Вальки одновременно. Подразошлись чуть-чуть, далеко не надо. Кругу только стойте, чтобы он стан наблюдать. Захил сражение. Императора захил. Меня, мастера. Ой, назад. Гоми. Печеньку влили, стан дали. Трусы не трогать. Ромб хил. Он сразу в ромбик все. О, плеча в центр не ставить, осквернение будет. Здесь пока тусуемся, подразошлись, хилы РДД. Не-не, 4 секунды. Разбежались чуть-чуть. В центре не разлейте его только. Мастер, обратно в центр, бегом все. Квадрат встали. Поехали по валькам. Станы дали. Разряжаемся. Все прожимки в них отдали. Скурление ничего не скоро. Да, хилы на рейндж вышли. Милики, готовьтесь. Милики разошлись. Дайте трусам кто-нибудь или замедление какое-нибудь. Да. Разум. Глубже, быстрее, быстрее, быстрее. Чего там получились? Альки сейчас. Станы готовьте. Заражение от хил. Быстрее заражение от хил. Дал чешку. Альки, потом сразу осквернение. Как схватило, подразбежались все нахрен. Разбежались. Раздали, разбежались все. Станы дали. Не, где? РДД бьем пока. Милики не сбегать. Турбойс. Скривление турбо. Хорош, ушли оттуда все. Ушли. Жжение захил. Жжение захил. Быстрее. Турбойса захил. Гимна на хил. Я дал на хп шансон. По турбо выходи. Блять. Ресы. Афали турбойса. Его. Скривление и вальки одновременно. Кругу встали, далеко не выбегать. За круг не выбегать. Сумка, ну, отлично. Влеча, бегом, 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 влеча. Заражение захил. Бычья голова императорса, но... Пальком поехали. Вставалку юзай. Паку захил. Вставалку. Заражение захиливайте. Ну, давайте, давайте, давайте. Заражение было. Вставалку юзай. Нету. И шупро захилить. Осквернение аккуратнее сейчас будет. Скажу когда. Разошлись. Разбежались, милики. РТД добиваем валик. Бегом. Трусы. Мастер. Хил, захил заражение. Быстрее. Я дал прожимку. Шупро захил. Гимнал. Квадрат стали. Вот здесь стою, если что. Поехали по валькам. Бегом. Станы раздали. Осквернение будет. Леча уводить с центра. Здесь разбежались чуть-чуть. Медление на валик постоянно держите, Лрей. Поехали по валькам. Блядь, аккуратней там. Вышли оттуда. Лрей, да. Я, блядь, на краю стоял. Алло. Шо? Ебать, то, что возле меня бегают, просто... это не мои проблемы. Какой край? Ты нихуя не на краю не стоял, вообще не на краю. Значит, ну ты пиздец, конечно. Царь, блядь. На мне череп 2 секунды, блядь. Я вижу, как Ойнузад, блядь, бежит тут просто рядом со мной. Нахуя? Я убегаю на край, полудурок. Зачем мне в центре разливать? Алло. А зачем ты по... Не туда прибежать был. Ты это не в центре разлил, ты подваль разлил там. Успели там был именно все нормально. Убегал, все, блядь, к краю. Меньше разговора, давайте ГБ. Встаем. Встаем, рейсимся. Да. Хороший трай. Да, мой старший, я здесь. Заходи. Что у вас с отхилом? Что у вас с отхилом? Хули у вас люди падают от заражения? Скажите мне, хилы. Давайте 6 хилов. Вам трудно или что? Подождите вы, дайте у них спрошу. Что они-то? Что вам трудно? Вам больше хилов надо или что? Я всегда хуёво реча хилил. Не
понимаю, что вы должны даже, блядь, вчетвером отхиливать это говно, если вас Валька тащит. Насрать как? Не смог щиты всем. Да. Еще. Вы не убегайте так, вот как Турбо сейчас. Вот в жопе мира. Ну, хули ты там сделал? Я до тебя бежал, бросил все, блин, чтобы тебя хилить. Он дал блин. Я знаю, что на осквернение вниз. Осквернение. Его перезало просто, он не мог куда выйти. Там просто было 5 человек возле меня. Если бы я не дал туда блинк, то мы бы это просто... Это я понял. Это я видел все. Потом ты вернулся бы. Я еще ждал, что... Нет, а я вернулся там, когда осквернение пропало, которое было разлито до этого. Оно пропало, я побежал, и у меня просто 7к хп было, щит на мне. Меня пробил, все равно ни разу не похилили за 12 секунд. Может, чек... Ой, косяк, натура. А потом, давайте косяк. Сделаем по-другому. Хилы, вот когда Вальки появляется и осквернение выбегаете, давайте вы распределитесь так, чтобы вы били именно по кругу. Чтобы по одному хилу... Поставь метки. Поставь метки нет, на хилов и 3D. Расскажем, так. Давай я в хила спекну сейчас за хилю, изи. Допустим, вот в эту сторону убегает Алиса, потому что и там надо хилить. В эту сторону убегает Ойнузад. В эту сторону убегает бычьи головы. А ты серьезно думаешь, что это хилить, ты смотреть хилбот и высматривать метку, куда бежать? Ты серьезно думаешь, что, блядь... То в какую метку? Скиллы поднимайте свои, блядь. Да квадрат что, у нас будете? Убегает Неверслип. Ебанутый, блядь. Это неудачное стечение обстоятельств. Мастер, не надо ничего придумать. Я вам расставил все... именно типа метки, чтобы вы ориентировались. Я сейчас их нахуй сниму. Вы будете без них бить. Я вам лишь показал... Блядь, не дальше этого круга, нахуй, скиллы, блядь. Там все ситуативно, чё вы, блядь, гуся гоните, нахуй? Блядь, нахуй, блядь, нахуй. Царь, блядь, нахуй, пиздец, царь, блядь. Чё? Долго еще заходить будет? Да, блин, я этот, Блумстар закрывал, ну, блин, у меня свистит. Сейчас зайду, подожди. Так, все равно. Ну, а шо? Есть инфа, почему царь такой веселый? Пьяный. А, понимаю. Он дурак, блядь. Вот. Последний вариант был правильный. Когда ты шейпер-то там себе затонатил? А, это, блядь, не оттуда. Ты кого менять собираешься? Ты о чем какой-то темп? Классную Далю, ну, либо еще кого-то. Либо Казума. Можно вопрос? Не, Казума не надо менять, он лок. Нормально, все нормально. Почему Императора постоянно нет вставалки? Паста? Да ладно, пацаны, из мостов. Слышь, мастер, пусть пацаны учатся, чё? Я на нам не надо, чтобы пацаны учились, нам надо, чтобы пацаны убивали, блядь. Да как они убить, если не умеют? Я умею, они поставьте не умеют. Джипса, дайте кресты императору, или я не знаю, чё им надо. Вот есть эти кресты, на них КД 30 минут. Я его заюзал, когда, блядь, меня Альянс убил, блядь, под... Понятно. Полезно. Ебать ты ленивый, сука. Долбоёб, ты меня назвал. Сказочный, нахуй. Это идеально, блядь. Давай, блядь, царь, быстрее. Да гружусь я, ёбаный. Я стоял за меня не доставали. Я стоял в центре и сдох от ебучего заражения, блядь. Там сейчас тайну расскажу про заражение. Бля, вы сейчас доведёте, парни, ребят, блядь. Чё вы едете? Дальше вы стоите от центра под заражением. Стоп. Когда есть Вальки. Когда есть Вальки наверху уже убитые, чем дальше вы стоите от заражения, тем больше они из вас высасывают жизнь. Как это объяснять? Если у вас заражение незаконное, и вы в жопе мира, вы сдохнете. От заражения подыхать, ну такое себе. У нас, как минимум, мне кажется, да, у нас очень много престов ШП в рейде, которые сами себя должны захиливать. У нас шаманы есть, паладины есть. Друзья, сколько до бэров у кого? Я тут не ретрик, потому что вам, сука, флешки кидать все время, нахуй. Так что, блядь. А причем... Вот просто я тебе скажу, вот, Тёма. Я сколько раз замечаю, что, играя в ретрике, он кидает флешки на тех, кто просаживается. Я всегда так играю. Кому локи кидают СС? ДК, танку и протопалу. Хорош. Вы что, меня ронять собираете? Сами распределитесь, локи, кто кому кидает. У вас есть БТК, микстурка и протопал. Сомалийский. Сами там. Да в смысле? Все, вот. Я даже фласку дашь не выпил.
Все на пол. Биби, молодец. А когда микстурку у нас шотнет после комнаты и не будет БРов, но зато будет СС на тебе, вот нам это поможет, да? Царь, что тебе надо? Хороший выбор. Крик на ХП. Запускаю босса. Мне все равно что-то не хватает, мало у меня ХП. Випка? Нет. Царь, усилки забыли. Все нормально. Кто-то на ХП кричит из воров. Да крик надо. Уже висит 6 минут. Раз было. Первая переходка. Шарпиступ, как зашли, сразу поешь. О, спасибо. Дальше. Костель. Поешь ну, после первых хвалик. Но смотри, поскольку. Так, Шансунг на второй переходке. И остальные посмотрим. Блин, я носки забыл снять. Хуёвки, наверное. Да. Сидишь, воняешь там у ком. Не понял бы, если бы я обосрался. А что истерии так рано дали? Я оставлю тебя в живых, чтобы ты Фера. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. Илики, бегом, РДД шаг. А, далеко убегать. Встали бы по мастерам. Ай, лужа одновременно. Зум, милики. Зум вынесли. РТД шаг сделайте. Риский шаг сделай. Угу. Здесь будет ловушка, все двигаемся. Милики, РТД тоже двигаются. По турбо сальву дайте. Он назад Ой, пошел, назад. Милики бегом, милики вышли, он назад чуму. Виби чума, диспельте там уже, парень, кумви. Сальву турбо. Все, не надо. Ловушка, РДД, двигаемся, смолиски подвинься. Женя, отхильте на пане. Чума сейчас, царь, чума. Зум чума. На мне, блять. Диспел, раздавака чума. РДД уже. На мелких чума. Самолиски чуть подвинься еще. Д. А сейчас. Слип, пошел РДД. Процент. Гольником в левую сторону идем. РДД. Двигай, мы сейчас чуму заберем. Шаркарь, шаркарь, лови. В левую сторону идем треугольником. Чума и лужа. Милики. Мастер вынес. Дотали трэш. Задотали, задотали, задотали. Шакаря тоже задотали. РДД быренько накинули все говно на него. Рассосались по платформе. Набрали рейндж. Алиски, еще чуть-чуть подвинься. Диспел его. Все, все. Набрали больше рейндж. Две сферы РДД. Кресты, помогайте, мне долго кастовать. Сфера, ну. Ху. Все шипяшники на сферах. Типа одному касту ее не будет. Значит, был на ману сразу, что-то пристул. Не забыл? Я уже спел. Красава. Быстрее огневного. Спилак.
Сферы, сферы, блядь. Ходка, конец. Секунда, две сферы РДД. Морда не стоять у Гняну, аккуратнее. Он по кливу идет. Далее. Готовьтесь, станы паладины, кому-то назначены. Поехали по валькам. Разряжаемся. Первые две бьем, третий лок. Трусы не трогать. Сразу из центра вышли хилы РДД. Не-не, сейчас уводи лича. Пришли с центра нахрен. Миша про. Уводи, уводи. За хил заражения. За хил заражения. На мне. Обратно ставь центр. На лужу смотрим. Локов постоянно щитуй, типа, они иначе в жопе мира. Альки осквернения, подразошлись чуть-чуть. Далеко не надо. Смотрим, дали станы по валькам. Осквернение на ком, смотрим, да, Миша права. Ромбик не трогайте, чулан, попробуешь. Пиздец. РДД. Ромбик, Алису кто-то. Бэр. Заражение. Гимна ХП, кто-нибудь там, царь, еще кто-нибудь, но. Да не, это вайпс такой. Да уже. Нет, да. Never sleep в этой. Давай я зайду, умрем просто. Убираем. Там, смотри, шаман Валь. Миша Про. Но он ее нормально разлил, там просто ребята немножко в глазки смотрят. Но он прям под вальками ее разлил, в смысле нормально. Просто под вальками. Она, нет, бы, она бы так не разрослась. Он разлил, вальки бы туда не пошли. Слева, блядь. А справа кто разлил? Тоже он? Да, два раза на нем. Ну тогда ГП, да. Да в чем здесь ГП? Люди не вышли, она разрослась и была под вальками. В сторону, вальник, не надо, сука, бежать, когда осквернение нахуй. Мастер. В середине двух валик ее разлил, смотри. Там было три человека. Смотри, вот, он разлил осквернение здесь. Осквернение разлилось, блин, еще метров на 15, потому что люди не вышли из него. Все. Потому что люди, наверное, эти, не знаю, валик били. Бежали в направлении валик. Там, ну, в принципе, вот не должно быть. Надо смотреть, на ком осквернение. Что значит, череп кидается. Точно валик, такая же хуйня, как и со мной. Там люди. Нет, я просто говорю, что вынес, он нормально. Просто ребята не выбежали. Из него. Еще раз говорю, какое нормально, если они разлились возле валик, либо под вальками? Я тебе еще раз объясню. Кто-то мне еще раз ответит это? Я тебе объясню еще раз. Потому что лужа разлилась на пол комнаты, поэтому она попала под валик. Если бы в этой луже никто не стоял, то бы под валик она не разлилась. Нет, она была прям под валиком с самого начала. Без разрастания. Это бесполезная дискуссия, вы не продолжайте на ней. Давайте просто я, если просто что решил, то и делай все. Это все бесполезно. Все осквернения, да, которые сейчас разливаются, подвалик, похуй, вынес, разлослась, не разлосла, блядь, Блядь, читай книги, советую. Если она выросла, короче, или не выросла, все равно ГП лутает тот, кто вынес ее туда. Все меня поняли? О, подстава и бахтер. Мастер, я тебя сейчас чуть обломаю. У нас есть 4 раза, когда вальки осквернения в одну секунду. И куда? И валька кинется на любого, и осквернение на любого. В кучу, блядь. Если будет. Нет этого, ты свободно можешь давать, когда нет осквернения и валик одновременно. Шерпистул. Запускаю босс. Я ем. Приятного аппетита. Да все нормально, что вы паникуете. Ну, получилось и получилось. Вы, кстати, переводили уже на третью фазу на край? Да. Не, сегодня нет. Сегодня. А, сегодня. Не, сегодня, ну, нет. Когда я ее вводил. Когда на 20, что ли, вайпали? Второй трай был только, царь, за сегодня. А, просто мне это весь ПМ зафлудили, я потом захожу, смотрю, у меня тут миллион сообщений. Хотя что есть царь, что нету царя, блядь, один хер, блядь, я на 75% прожимаю вторую прожимку, блядь, вторую бурсты, блядь. Как бесполезный, кикнуть меня надо.
Ты чё, Казум, ты в демоне, что ли? Ай, ну зад, норм, придание сил кидаешь до пула. Хорош. Сам по себе ебанул. Нахуй так скоро берсу. Гера сразу это говно ебаное. Я сейчас гнев кастую 0.5. Это чё, клёво, что ли? ГКД упирает. Блин. Я для себя доп. ДД. Сомалийский тоже чуть подвиньте. Сейчас. Рэй, РДД. Рэй, выходи. Следующая лужа, все двигаются чуть-чуть. Клики, бегом, РДД шаг. Сейчас. Спасибо за мобов. ДД. Алмост выбежал, чума. Диспел его. Бля, куда он убежал, сука. Раздавака, чума. Диспел его. Элрей, чума. Сейчас будут замены. ДД. Не знаю, куда он убежал. Даже не вижу, куда. Вопрос он. Вопрос в другом. Кто его, блядь, диспелил? А, я ДД понял. ДД, шарпистол, чума. Да, отводи. Понял. Отводи, 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 он, чтобы он к нам подошел. Угу. Стой так, стой, стоим так, ждем ловушку. ДД, подвинься, сомалийский. Потом Микстурыч, там лужа. Еще сомалийский, двигайся. Ты поведешь сейчас влево от себя. В сторону сомалийского. По турбосагу. Милики, милики, бегом. ЛРА, чума. Им так, 5%. Далеко не убегая этот сомалийский. Стой пока на месте. Уже сейчас. ДД. РДД. Двинь их чуть-чуть. Слышишь? Микстурыч. Только не глужу. Веди в сторону сомалийского, сейчас чума будет. Клики, на микстурке лужа, аккуратнее. Накинули доты на шаркаря, быстро. Все РДД, бегом. Набрали. Сомалийского диспел, гиноман. Тань, попробуй, сколько на платформе бьет тебя лично зима. Что, мне попробовать? Да. У мост ты тут. Что-нибудь напиши. 12к. Йо. У нас просто 4 щепанщика вставали, блять, и пиздили лича на переход. Мост, Ретрик, ты здесь? Его, он... Точно, рейс, Далин, рейс, ничего. Блять, не успел. За скоро дал. Сферы. Гневный. Каз, бейте, милики, как угодно. Сфера. Переходка 3 секунды. РДД с другой стороны. Аккуратней. Стой, 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 стой. Встали. Ой, сдох. Я арестну. Турбойся, да. Вальки. А, трусы не бить, трусы не бить, там лок. Трусы не бить. Разошлись из центра, сквернение. Ромбики, пан. Возражение, маликет. Ну, ромбик добили, маликет. Печеньку добили. Дальше поиграем. Ромбик. Ча. Рил Турбоман, забафайте его. Алмоста там бэрит Далин или нет? Ебать. 2 минуты когда. Зум где? Захильте его, заражение.
Сквернения Вальки подразошлись. Поехали, Войд. Поехали по Валькам. Погнали, погнали, погнали. Станы раздали, бегу вам. Трусы, стан, кто-нибудь быстрее, блядь. Трусы. Ну и замедление, не забывайте. Замедляем постоянно, чтобы они не летели быстро. Не сбегаться, не сбегаемся, РДД хилы, осквернение, 5 секунд, мильки готовьтесь, мильки вышли. Заражение сейчас, ой, назад, сбежались обратно, захил заражение. Жопой в портал, встали. Жопой смотрим в портал. Ладно, пусть. Вальки. Раздавали станы, раздавали станы. Вышли с центра сразу хилы РДД. Женя захил, Хумви захилься, раздавака, турбойс, осквернение сейчас. Захил меня, блядь. Я захил. Микстурка. По трусам гоу, быстрее. Это все, кто рядом, печеньку долейте. Трусы, печенька. Турку захил. Женя захилили, встали в центре. Долгин. Толчешку. Вот сюда жопой встали. Где я стою? Квадрат, квадрат. Сквернение и Вальки подразошлись. Вышли все с центра. Пикет, поехали по Валькам. Захил заражение. Ближе все сбежались. Захил. Гим на ХП кто-то. Бегом. Даю гим. Шансун, Гамосу захил. Дали на мастера. Войда. Добивайте, добивайте треугольник. Сразу по треугольнику. Что, РДД, добейте треугольник быстрее. Треугольник отойдите все. Бегом, ромбик, бегом. Заражение захил, но... Ромбик. Влеча. Осквернение, не сбегаться, не сбегаться. Захил заражение. Ой, да захил. Моса. В квадрат, бегом, бегом, сбежались в квадрат. Бегом сюда. Центр, поехали, Павлик. Микстурка прохил, микстурка прохил. Захил, захил, захил. Я резко хэпал упал. Ну. Я. Бафы дали. Ману залью через 2 секунды. Полечу. Сквернение. 5 секунд, готовьтесь. Вышли с центра. Мильки вышли. Меня захил. Заражение, ну. Хумби. Обратно. Мишу про захил. Гимна хп, бегом кто-то. Пана захил. Казума захил. Ой, назад захил. Войда захил. Квадрат встали. Почему Вальки в разные стороны летят? Станьте все в одну кучу, да. Потому что кто-то стоит, ну, противоположной стороны. Поехали по двум Валькам. Захил заражение. Трусы ромбик бьем. На пути Валик не стоим. С оскорнением. РДД вышли по сторонам. Мильки, готовьтесь. В кружке кто? Мильки вышли. На мне, отойдите, на ШПшник. Микстурку. Павальки поехали, захил заражение. Ближе встали, чтобы вас захилили, Локи. Ставь центр, ставь центр, ставь центр. Турбойса захил. Надо будет. Все, стоп, стоп, стоп. Стоим и здесь, стоим в квадрате. В квадрате. Просто Вальки скинул одновременно. Вышли, вышли, вышли. Далеко не надо. Заражение. Захил заражение, бегу. Поехали по Валькам. Быстрее, быстрее по Валькам. Станы раздали. Не надо, Валик. Просто бурстите лича, нахуй. 2%. Захил. Так определитесь быстрее. Кисдари хила улетает, блядь. Кто тебя хилить будет? Ты думаешь об этом? Гимн на ХП, царь. Да отдавал уже, все. Быстрее переход-то. Зашли. Захильте, иначе мы умрем. Все, это вайп. Хилы слабые, что я сделаю? Очень слабые. Нам одного бы еще туда. Сколько хилов было, Валька, говоришь? Ну давай начнем с того, что Алиса подыхала. Сколько? 2 раза. 2 хила было и турбо в Вальках. Надо было этих Валек либо бить, либо лича переводить быстрее.
Ну что-то мы переводили, блядь. Я сказал сразу, там 2%, блядь. Гимны еще были. Ватные, не ватные. Давайте еще вам 6-го хила спихну, блядь. Монстров хила. Монстр почему-то тут не сильно дамажит. Назм почему-то 8 КДПС вообще, блядь. Азума по КД вальку берут, если чё. Ему некогда дамажить. Он по 30 секунд летает в вальке. А то есть, Алмазглад у вас дал нормально, да? Он давно писал, что в демоне. Он умер вначале. Ага, расскажу Алмазглад. Я тебе даю ГП. А знаешь почему? Ты какого хера с чумой убегаешь от рейда, блядь? Тебе надо убегать к мобам, чтобы с тебя заспалили на мобов. Если ты был в демоне, то окей, он дастрики, походу, был. Да это ебанутая тактика претендентов, они выносят одну чуму в мобов, а остальное просто выходит, блядь, и в рейде. Ну это была тактика еще на циркуле они были, но это бред. Все, кто сейчас реснулись, не бегите, там вальки реснулись. Вас проще будет плюс умолить. Вы, блядь, Байра, не тратите на первой фазе, нахуй. Там люди умерли до того, как вальки взяли, правда? Точнее, не до того, блядь, а до того, как эта переходка была. Смотрю, блядь, умерла Алиса, вроде бы, умерла и Дарин, да? Ты чё, каплю дала на микстурку? Как вы умерли, блядь? Конечно, дело, что мы, сука, умрём. Первый раз я сдохла от того, что дала сокро, второй раз я сдохла из-за того, что меня вальк ёбнул, пока меня несла. Ты даёшь на себя БЗ? Ой, ты её даже БЗ не спасёт, у неё 21 КХП, блядь. Ты даёшь на себя божественную защиту, прежде чем это кидать на танка. Алло. Она, наверное, обычно промазала. Не сука, надо давать БЗ, это тебе не РБК. Ребята, у Алисы как минимум ХП мало для лича, вот просто посмотрите. 20к баф, серьёзно? И что, ну 25 у тебя под бафами будет там 33, там, там плюсом. Может, ну да, где-то 33к. Если казу в демоне, то все нормально, блядь, по ДПСу. Так вот, вот смотри, сейчас на нее фулл бафы дадим, сколько у нее хп будет. Вот, сейчас... 27. Под бриста бафом 29600. Где турбо? А, вот и там уже стоит. Чуван, тут? Я здесь. Давай мы определимся, нахуй. Мы разбиваем валик, если 72% у босса, или нет? Я сказал это лишь потому, что было заражение, и мы уже умирали. Потому что два хила летело, мы уже сдохли, понимаешь? Там хилы дохли. В итоге мы и перевели... Там и зашли было... на платформу, и все сдохли уже. Там было 5%, не 2, это раз, когда схватило людей. Если нет, 2% у люча... Там 3-4 и... было, да блядь. Да нахуй, видео потом посмотришь. Понимаешь, если б не было двух хилов, мы бы люча переводили. Все. Очень спорный момент был. Там было 73%, и там, блин, либо все бьют люча, и мы переводим, либо... Если ситуация против нас идет, то мы бьем валик. Но, блин, все били кого хотели, из-за этого из-за ничего этого не получилось. Хуйня получилась. Все. Поэтому вы заранее говорите, кого бить нахуй. За секунд 10 нахуй. Так, ты мастер заебал сказал. Малик, куда ты, сука, спешишь нахуй? Я не люблю, блядь, когда люди что-то пиздят, блядь, куда ты спешат нахуй. Давай посидим 5 часов. Запускаю босс. Все нормально.
Давайте лучше разобраться своими личными ошибками, нахуй, блядь. А потом будем уже, блядь, говорить ковтрайдинг. Да, ну, у нас просто чуть-чуть не хватает отхила. Надо чуть-чуть внимательнее, чтобы он нацелил. Ну все, значит, должно сейчас хватать. Кто-то считает, посмотрим, как здесь сколько волн валик было. Могу сказать. 5? 7. 7, да ну. 7. Нет, 8 волн, по-моему, если не ошибаюсь. 7, я могу каждый 7, вам ликануть. 7 волн было. 2. Нет, ну это мы не успеем просто. 3. 4. 5. 7 волн. Не, в упор 6. Успеваем. Если никто на третьей фазе не умрет, то мы успеем. Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы ты чувствуешь света. Пропустил рождение моего. Или кибегом, РДД шаг. Маш сейчас. И ловушка одновременно. Мишапро. Сомалийские лужи на тебе. Мишапро, аккуратнее. Диспелите его уже быстрее, чтобы он убежал оттуда. Ну, блядь, Мишапро, уйди на. Сейчас будет лужа, все двигаемся. Илики, бегом. РДД сюда идем. И чуму. Уже не наступите. Престул, РДД. Все подвинулись чуть-чуть. Будет лужа, тоже все двигаемся. РДД. Риски еще шаг. А сейчас. ДД, турбойс. Риски еще шаг. Все, стой. Все. Д шаг. Милики. Алийский, пойдешь вот к левому столбу от тебя. ДД бегом, все подвинулись. Кастель. Маса Алийский. Да, все, чему проебали. Нету больше. ДД. Прикаря нечего убивать. Забирай трэш, сейчас еще чума будет. Забирай трэш. Ну да надо нет. Стопнуть для чумы, а то мы еще переведем. Стоп, тогда. Стопнули. Чума сейчас. Стоп. Чуму вынесите. Далин. РДД. Есть чума? Лужи не наступите, Микстурыч, аккуратней там. Задотали шаркаря, задотали, бегом все РДД, задотали шаркаря. Остались по платформе. Сомалийский еще подвинься. Давай. Еще. Вот, все, стой. Нормально. Не заберите чуму. РДД сферы. Гимн спели там, надеюсь. Дотайте шаркаря, как спали доты. Не забывайте. Дотайте РДД. А, прям вливаться в него. Гневно лучше, слейте быстрее. Он больше проблем, чем шаркаря. Сфера на нем. Сомалийского диспел. Шип гневного. Две сферы сразу, РДД, две сферы. Дота ли шаркаря? Еще тик дот. Сейчас будет, сдохнет нормально. Переходка сейчас, две сферы, сомалийского диспел. Диспел. Змейлики, как угодно, сфера. А мне надоедает говорить уже просто. Чипик запекается, да? Я столько и не говорил-то никогда. Захилили заражение.
Агро! Сука, захил! Я резну. Поехали по валькам. Забафали. Валик бьем. Быстрее, быстрее, ромбик быстрее летит. Кристобаф по клубу, да? Разошлись. Царь, блядь, в тебя бомбу принесли. Ну, не прыгайте только, быстрее по валькам. Чё спите-то, а? Печенька почти флова летит. Войса забафали. Каску кулак там всю лажу накинули на мага быстрее. Влеча. Ставь центр. Не вальки, не забудьте. На полукруг рассосались, можете прямо сейчас уже. В центре прям, твою мать. Они отпустили валик, блядь. Все, мы их не спасем уже, лича обрём. Спасибо, Алиса. Там сам хилься, не сдохни. Маликет, сам хилься, не сдохни. Если ты в вальке, конечно. Кто в трусах? Осквернение первое. Не, не разошлись. Лорей. И в квадрат. Лорея захил. Встали в квадрат, твою мать. Квадрат. Квадрат, я здесь стою, видите? Плеча не достаю с квадрата. Поехали по валькам. Три станы раздали. Поехали вы. Там хилы. Если что, гимн на ХП споет. Кто там? Я давно вздох. Бычья голова из поспоешь. Осквернение первое. Ромбик замедляйте. Ромбик замедляйте. Осквернение. Милики вышли оттуда. Ромбик замедлите. Хумби, да ёптую. Да, Алиса, хватит лить под вальки. Это говно. Нормально настояло сейчас. Трусы спасайте, но... Хил заражение. Первый раз хуёво было. Так, Бэр, у кого там? Мосса? Ресы царя? Где он там валяется? Не знаю. Вон он, слева. Блять, я бы не травил этот чулан. Лучше ляжьте. Я бы ложил. Да, я бы... Оскорбление. Я ебал. Заливайте оскорбление. Там долго бить и... Ну... То, как разлилась лужа первый раз... Всё, лесе... падайте. Падайте. Всё. Всё. Это полная хуета. Как там, у тебя нормально? Подарочек прям в ебало принес. Ну а хули ты стоишь, ебать, дробишь там? Я такой смотрю, турбо так, далеко, нормально. Он прям, блин, под меня хуяк. Нормально, говорит, царь выпрыгивает. Ты выпрыгнешь, я уверен в этом. А вот другой долбоёб будет стоять и смотреть. Так что это был идеальный вариант. Вот так нахуй вам шестой хил, я в рот не ебу, если вы даже так не справляетесь с заражением, да. Я смотрю, я бегаю полчасика на... Той, блядь. Где-то секунд пять, нахуй, с заражением никто же не хилит. Ты в Долоран ви, блядь, ну точно достанем. Я, блядь, возле Ойнузада бегаю все время, да. Там может знакомого хила встретишь, блядь, он тебя тоже похилит. А чё вот филшер, ладно, я не понимаю. Ладно, мост обратно в Котана. Почему он на лечение идет? Там Т5 вроде, фелшер, путаница сидит. А наш, во-первых, даже тактики тут ни разу, походу, не было. Это первое. А наш Т5 без Т5 ДПС не дает. Она боится заслакать, она говорила вам раз 10. Опыта у нее мало и боится заслакать. Да в смысле, блять, если бы так все боялись, мы бы и не ходили сюда никогда. Завязывайте эту хуйню, боитесь, блять. Ой, ты не Лена. И я не Лена. Мы-то как с тобой бы. Точно не Лены, блядь. Мы ее поменяли, у нее 8. Последний раз, когда мы с Леной ходили, вы каждый раз меняли Лену, если кто-то приходил из демагеров. Я один не могу рыбу поесть. Только тачит его, что ли, блядь. Там турбо рвет по КД, что ли, я не понимаю. Всю сальву отдавайте турбо, я хз.
Я не знаю, короче, когда я к личу подхожу, на тот момент, ну, я бью духа, духа я бью постоянно. Когда я, все бегут, я бью духа, стою. И как только я первый удар наношу личу, я срываю. В общем, я генерирую 230 агро с живой бомбы. Не знаю, что это за... Ребята, а что мы, если сделаем Ойну зада в ШП, бучью голову с Т5 в ДЦ? А чё поменяется? Чё поменяется? Т5 у ДЦ, блядь, больше поглощает. Вроде. 5 ДЦ будет. Ну да, то что у ШП, блядь, у Инозады говно, это да. Короче, сомалийский, слышишь, с Микстурычем? Когда бьем гневного последнего, вы ретаунтите сразу босса. Сомалийский таунтит, Микстурыч забираешь. Чтоб турбо у нас не сдох от живой бомбы опять. Просто ретаунт сделайте. Ну, давайте, Сомалийский, слышал? Слышал. Неужели прибыли наконец? Хваленый там дух сдох и сразу, короче. С первой фазой проблемы очень мало, ретаун, с первой второй фазы проблемы у нас. Даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения. У меня уже сердолики готовы под шем, сука. Хуй типа. Две штуки. Вау. Там три дырки. Я знаю. Три не равно два, блять. Можно, пожалуйста, гневом небес бить мили-трэш в мили-зоне, пожалуйста. Я вот из-за этого сейчас не смог нормально забирать трэш. Ничему. Вы ДПС этим не поднимете. Милики. РДДшак. Интересно, а сколько людей улетит, если ни разу не сказать им, что только лужа появляется? А, и это хрень, лужа сразу. Милики. Или... Раздавай-ка чума вынес. РДДшак, там два сделайте. Д. Сомалийский подвинулся, Микстурыч на месте. Попросил не бить гнева, похуй. Это Almost Call X, либо маленький. ДД, все подвинулись чуть-чуть, Сомалийский. Диспел его, на нем чума. Фризит пизда, толстый. Да, есть чуть-чуть. Иди бегом, РДД шаг, все шаг сделали. Близкий еще. Он будет. Лужа сразу же. РДД. Сомалийский диспел, на нем чума. Иди пока к нам. Не надо. РДД. Сомалийский, уходишь влево. А сейчас ловушка. Ловушка поведешь. РДД. Веди лича, не достаем. Раздавака вышел. Диспел его уже, не успеет. ДД. Вышли тут. Сомалийский двигай. Микстурыч влево уходи чуть-чуть. В сторону Сомалийского. Сомалийского не диспельте. Вот тебе диспел. Ушли. Все, веди в центр. Бегом. РДД накинули на ширкаря доту. Быстрее. Кильтик топ в зиме стоит.
по платформе. Сомалийского типа. Кильте его, там берса. О, все, рассосались еще больше. Сфера РДД. Я хорош. Ну, там спели, надеюсь. Да, да, я хорош. Да не, это не ты. Да как это? Ооо. Все, пора на пенсию. О, а второй сейчас разбил уже. Раздавай. Я тоже забивал. Две сферы сразу. Научил, сука. Научил. Гордишься? Только быстрее, веди. Сфера. Сфера. Никстурич, веди. Вот так вот беги, беги, похуй, похуй, спиной беги. Да пизда, он тебя не убьет. Добили. Павитаун, гоу, быстрее забирай. Встали, готовьтесь станы давать. Поехали по валькам. Две вальки, только две вальки. Дали на мосс. И вы вышли с центра сразу. Не, готовьтесь. Царь. Центр лича. РДД не сбегайте, все равно будет вальки и осквернение. Че туда-сюда бегать? Или заражение давали. Осквернение и вальки. Мильки, готовьтесь. Мильки вышли. Меня схватили. Мост, трусы первые. Блять! РДД, трусы, бегом! Ну ёб твою мать! Ложитесь. Трусы не успеем уже, передних слейте хотя бы одну. Печеньку хотя бы, блять. Мастер сказал ложиться, я зашел в лужу. Все, ложитесь. Спасибо. Ребят, ну вот вальки несут влево. Какого хуя вы влево убиваете? Заметьте чела на Котласа. Ну серьезно. Назад, вперед, вправо. Куда вы влево выбегаете? Зачем? Да мозгов нету, нахуй. На замену.